PowerSlide Tau. На данный момент эти ролики можно считать флагманом, но у них есть одна серьезнейшая проблема. О них нечего рассказать. Все, что написано на официальном сайте, соответствует действительности. И это не оставляет нам выбора, кроме как показать, что с ними случается после 8 месяцев эксплуатации. Предназначены они для фрискейтеров, а это значит, что на них прыгали. Именно эта пара к тому же пережила зимнее катание и много слайдов. И они до сих пор смотрятся отлично, что редко бывает с профессиональными роликами. Но самое главное, даже нет намека на то, что они собираются разваливаться. За все это время у них ничего не раскручивалось и не начало болтаться. Материал не отклеивается от ботинка, а внутренняя часть не выглядит изношенной. В общем, все то, что ожидаешь от роликов за $490. Но что же все-таки мы получаем? Главное преимущество роликов – система крепления Trinity, которая дает возможность не только быть ниже к земле, эффективнее передавать усилия и лучше контролировать ролики, но и открывает огромный выбор рам, на которых можно кататься. Но давайте рассмотрим сам карбоновый ботинок, который за счет использования новой технологии стал легче и прочнее, чем другие. Он очень аккуратный и превосходно держит ногу, но при этом комфортно. Да, несмотря на то, что ролики профессиональные и на них отлично можно делать слайды, длительное катание по городу не будет для вас мучением. Фиксация шнурками идет до верха, что дает возможность равномерно распределить нагрузку на ногу. Дальше в дело подключаются две бакли. У многих роликов есть проблема с язычком. Он превращается в труху, и в этом месте нога начинает испытывать дискомфорт. Здесь же все выполнено из плотного материала, который не разнашивается и выглядит так, будто готов служить вечно. Правда, небольшие потертости все-таки появились. И если уж говорить об износе, то еще здесь есть места, где немного отошли накладки. Проблема ли это? Абсолютно нет. Стоит заметить, что ролики идут размер в размер. Термоформовка доступна, но на Алексея Марцинюка они сразу сели идеально. В заключение хочется сказать, что если вы наденете эти ролики, ни на чем другом вам кататься не захочется. Только Tau.